Доброго времени суток зрителям, всем гостям нашего канала. С вами Росси, это рубрика Gameplay Let's Play. И сегодня мы с вами рассмотрим японский хоррор под названием Kagerouch Shadow Corridor. Это хоррор, который вышел 8 марта 2019 года. Он считается одним из хороших в Японии. И благо, что его завезли в мой любимый магазин, где я смог купить его по цене интернета. Поэтому сейчас мы с вами попробуем в него поиграть. Так, я не знаю, давайте, наверное, начнем. Я, блин, хрен его знает. Пруф. Опять отсюда, наверное, начнем. Новис, конечно же, новичочек. Но сейчас аллея. Путь по аллее. Сейчас мы с вами будем проходить, смотреть, что это за игра. В общем, быстренько так прочитали свое знание английского, посмотрели. Я даже немножко задержусь. 3, 2, 1. Я думаю, что все, в принципе, вы все поняли. Начинаем играть. Так, в принципе, мы появились. Едет машина. Так. Бегать мы не можем, пробел это. Смотреть назад. Не знаю, будет ли эта игра у меня лагать или нет. Левая, правая кнопка. Топ, зажигалка. Ага, правая кнопка зажигалка, она у нас есть, я вижу, 100% хипе. Значит, ВСД управление, Shift это бежать. Как я понял, здесь стрелять из ничего нельзя. То есть просто выживалка типа чек. Давайте чекнем. Короче, вороны напали, как я понял. Потом, если что, вам будет интересно, на паузу нажмите, почитайте. Отверстие в заборе. Не знаю, надо туда идти или нет. Вообще не понимаю, в принципе, куда мы идем, что мы делаем. Мы куда-то идем. Кстати, это, наверное, те вороны, которые плохо себя ведут, о которых написали объявление. Тут темно, как в жопе, ни хрена не видно вообще. Но, благо, у нас есть зажигалочка. Тут чуть-чуть. Двери EQ. Нельзя, надо ничего с ним делать. Не люблю такие вот игры, когда темно. Настолько темно, скажем так. Так, тут что у нас? Тоже дверь не открывается. Калитка. Тоже ни хрена не открывается. Начнем не сюда по логике вещей. Кстати, карта Tab M. Не, ничего не работает, карты никакой нету. В общем, мы куда-то идем по аллее. Блин, извиняюсь за такую дикую прорисовку. То, что оно так рывками все прорисовывается, эти деревья. Может, вы, конечно, не видите, но я это вижу. Графика на высоких. Так, нажмите Ctrl, чтобы присесть. Отлично. Опа. Нет, ну вот. Можем, умеем, практикуем. Зато обратите внимание на эту лужу, которая... Она просто шикарная. Просто шикарная лужа. Надеюсь, игра лагать не будет. Так, используйте правую кнопку для использования вещей. Ну, да, что, как мне его использовать, типа, из лужи воды попить, что ли? Так, присел, давайте, идем. Ага, когда вы присели, ваши шаги не слышно. Что, типа, надо красться, что ли? А если я встану? О, блядь, понятно. Не зря нам сказали, что надо присесть. Кстати, а что тут мужик, типа, мы спалились? Я думаю, я мог бы ему навалять легко. Ну, все-таки в Японии, типа, самураи там. Такая вот именно типичная Япония. Я там, конечно, никогда не был, но, наверное, она так и выглядит. С такими отверстиями в заборе, чтобы можно было не заморачиваться, не искать какой-то вход, калитку. Просто так вот надо тебя пройти рядом с соседом. В дырочку залез, ты пошел. Так, думаю, тут уже можно не приседать. И, собственно, я хрен знает, куда идти, налево или направо. Давайте пойдем налево. Медленную наш развалочку шаха. Ага. Опа. Левой кнопочки мыши мы открыли калиточку. Темно. Это что? Что-то тут слишком, блядь, темно, чтобы идти, короче, да? Да. Поэтому я зажег зажигалку. Мне показалось, что эта дверь открылась. Как они живут вот в таких узких этих, блять, что,
Что за херня? Мне эта игра уже не нравится, в принципе. Блять, кто бросил мяч, который, кстати, сдалека был зеленый, блять, я подошел, стал синий. Кто это сделал? Кто это сделал? Нет, туда здесь никого. Ну правильно, гасите где-то там в уголку, пока папка сюда зашел, чтобы сейчас порядок все было. Банки какие-то, блядь. Звук сразу поменялся. Вот не надо вот. Давайте еще раз про ворона почитаем. Все, почитали, хорошо. Уже нагнетает, уже звук нагнетает меня. Ну что это было? Кто здесь ходит? А ну выходите по одному, блядь, в очередь, сукины дети. Я не знаю, куда я иду. Может, я по кругу даже иду? Ага. Ладушки. Так, ты что тут? 16 лет. Пропала, короче, в августе 27 числа. Пропала девчонка. Наверное, то ее мяч и ее кот. Тут тупик. Я, конечно, котеек люблю, но вот так вот, когда они выходят, то это, конечно, не камильфо. Так. Не знаю, какая-то хрень, прищепки, что ли, какие-то, блядь, или хрен его знает. Можно еще бычков настрелять, потом покурить где-то, наверное. Хер его знает, ну нельзя вообще так делать. Молодой человек, куда мне ничего не подскажете? А эту дверь можно включить? Нельзя. А что, что у нас зажигалка вечная? У них как типа там садятся на фонарики, садятся батарейки, там вся хрень. Так, закрыто. Заебыс. Что теперь? Опа. Добрый вечер. А ну отдай ключ. А ну паскуда ключ отдай. Значит нельзя, да? Никак не кинь, я ничего. Хорошо. 1, 2, 3. Как мне эти прищепки? Может, надо в него прищепку кинуть? Кнопки. Понятно. Средним колесиком мыши. Так, хорошо. Я взял эту хрень. Теперь надо ее использовать, да, по логике? А, это не прищепки. Это что, типа граната, что ли? Фейерверк, я понял. Получил? Получил ворон. И передай своим друзьям, что так будет с каждым, кто будет на нашей территории. Все, все, тихо, тихо, тихо. Прекрати стрелять. Ключик. Есть такое дело. В смысле? А, мне же надо правой кнопкой. Все, 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 понял. Можно, в принципе, привыкнуть. Да хватит уже стрелять, слушай, ты. Все, отлично, разобрались с этой ситуацией. Я все разрулил. Значит, мы зашли куда-то непонятно куда. И идем дальше. Не буду смотреть на деревья, чтобы они так страшно не прорисовывались. И вы потом мне написали в комментариях. Ну, типа, ты что, не мог поставить другие настройки? Кстати, а что сюда? Может, туда надо пойти? Давайте посмотрим сюда. О, котик. А что я не могу идти за котиком? Ну, пустите меня. Что тут мне мешает? О, теперь могу. Я туда не мог. Котик, наверное, тут водичку пил рядом с могилами. Ага, и типа котик пошел в туннель, да? А знаешь-ка что, котик, иди ты как бы сам в тот туннель, я пойду в другую сторону. Нам с тобой не по пути. Пушистый ублюдок, я вернусь обратно. Я думаю, нам туда не надо идти, можно, наверное, игру туда пойти. Пойдем лучше на свет. А зачем туннель, в принципе? Тем более я эту дверь открыл, что зря я ее открыл, надо уже пройти в нее будет. Сейчас посмотрим, что здесь у нас есть. Тут у нас спуск непонятно куда, наверное, прямиком в ад. Что это за коридоры? Вот в жизни у них тоже такие коридоры, блин, из камня. Вот куда они ведут? Ну тут я хотя бы вижу свет в конце туннеля. Давайте, наверное, пойдем по нему. Потому что там вообще была нерадостная перспектива. В принципе, заходить в непонятный туннель, вдруг там мне челы, а кот на них работает, он меня заведет, а меня потом во все щели. Я не знаю, куда я иду, опять же.
Опять могилы. Это, наверное, за порядок вещей, да, тут могилы ставить среди жилых этих. Тут, наверное, написано холодильник, чайник, земля, цветы. В общем, Аллаху Акбар, все нормально. Пошли дальше. Тут что? Можем вот зайти сюда? Что есть? Вообще не знаю, пришел, а тут все закрыто. Тут нас не ждали. Сзади что-то есть интересненькое? Нет, сзади даже пройти нельзя. Ну и ладно, ну и не надо. А туда можно? Пойдем. В общем, мы пришли, уперлись просто в конец карты, походу, и надо идти обратно. Не хочу я идти обратно. Но надо. Ребята, мы просто обязаны это сделать. Пойдем, все-таки пойдем туда, где нас звал кот. Кот Бегемот Абармот. Обратите внимание, что я же настолько крутой, что даже не включаю зажигалку свою. Она мне не нужна. Коридорная, какая-то пока коридорная игра вообще. Да, даже нет вот этих модных понятий, типа там открытый мир. Типа иди куда хочешь. Причем такие какие-то модельки, знаете, мне кажется, я бы такие тоже смог бы сделать. А в каких-то новомодных программах. Какая-то еще звуки какие-то странные. То сначала на два уха, потом на одно, сейчас только на левое, потом только на правое. А, наверное, когда какой-то скример выскочит, она сразу на два, чтобы обалдеть. Вот тут тип, кстати, нормально живет. У него балкончик такой, как бы, вот на всей этой параше. Всех видит. Так, в общем, туннель. Это, наверное, предупреждение. Братан, полетели со мной. В общем, там тут Сунху Чай Высун Сухим, наверное, написано. В общем, я вот так вот чуть зайду. И давайте на нотке я вот кину сейчас этот. Хрень вот эту. Она сейчас стреляет, и мы закончим. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. В общем, с вами был Росси. Это был канал Роли Гейм Онлайн. Видео по летсплеям. И спасибо. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, оставляйте комментарии. До скорых встреч и всем пока. И поиграйте в эту игру, кто любит хоррор. Мне кажется, вам понравится. До скорых встреч.